Чебоксарах определили 54 площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте городской администрации. Это специальные места в районах города, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Там нет деревьев, линий, электропередач. Расстояние от жилых домов не менее 50 метров. Администрация города напоминает, что за запуск фейерверков в неположенном месте грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если запуск приведет к пожару или повреждению чужого имущества, причинению вреда здоровью человека, то размер его будет в несколько раз больше.